И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival All, все так же на Генезисе. Сегодня мы пойдем по миссиям, Короче, пойдем сегодня по миссиям. В целом, мне по сути ничего не нужно, что... Ну ладно, элемент не нужен. Но, по сути, у меня мало чего и остается, кроме миссий. Единственное, что мне нужно будет подготавливаться, очень сильно подготавливаться к миссиям, которые... скажем так, миссиям по зачистке. Вот, назовем их так, потому что вот та самая, там, допустим, болотная миссия, я не знаю, как проходить, если честно, как бы до сих пор я не знаю, но к ней когда-нибудь вернусь. Сегодня пойдем за акулами. За какулами пойдем сегодня. Погнали. Пойдем на мегалодонах. Да. Потому что хочу. Куда? О, добрый вечер. Пойдем на какулах. У меня... Я не понимаю до сих пор, почему все подлагивает и все в таком духе. Но... будем стараться с этим как-то решать проблему. Урон. Отлично. Ну, давай, садись уже. Отлично, красава. Ну что, погнали. Погнали, не будем терять, как говорится, ни минуты. Будем стартовать. Так, стоп. Во-первых, почти угадал с кнопкой. Камон. Туплю. Мне потом нужно будет. Так, ЧБ. Нет, не ЧБ. Оп. Отлично. Здорово, жирнич. Погнали за миссиями. Клёвыми миссиями. Ой, опять эти пиздюки здесь. Как же вы меня бесите. Воу, добрый вечер. Внимание, на нас нападают. Ах ты ж ублюдок, мать твою. Иди сюда, я сейчас тебе покажу, что нужно делать с такими, как ты. Так. Вот это нужно выключить. Угу, давай сделаем так. Это во-первых. Во-вторых, пассива. Да, я так и знал, что у меня включена пассива. Включаем девятую, включаем... Атаковать вашу цель. Отлично. А ты, чувак, всегда плывешь за мной. Чтобы не потеряться. И включаем зубодробительное приключение Гамма. О, здорово! Вот ты в натуре. По идее, мне сейчас нужно будет искать, да? По идее. Так же, как всякие Лексидис, если в таком духе, да? Да? Или нет? Следующая контрольная точка. Добрый вечер, не подскажете, что мне нужно сделать? Ты дурной. Так, погоди. Чё-то на меня нападает все. А чё это вас так много? Она покажет вам путь к логову... Так, следуйте по контрольным точкам, отмечен Хеленой. Она покажет вам путь. Ну окей, погнали. А, во! Все, отлично, я понял. Так почему... Он не сдвигался, пофигу, короче. Угу. Я понял. Лучше на этих тусоваться. На меня сейчас будут акулы нападать постоянно, по ходу дела. Ух, какой красавец. Ты посмотри-ка. Ну вот, кстати, я смотрю, урон по 17 тысяч.
Ну добрый вечер. Урон по 17 тысяч, это как раз таки походу квестовые чубрики. Потому что... Типа я по ним только могу наносить удвоенный урон. И не только. Ну здорово, здорово! Водоворот, твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же ты меня бесишь, водоворот. Тут-тут-тут-тут. Так. А, так я отметки не вижу. Угу, вот куда мне нужно. Все. Воу! Ну здорово, жирнич. Ё-моё. А, понятно. Встаем на точку, она сканирует. Дальше говорит, куда мне идти. Окей, я понял. Погнали. Ну чё ты там будешь дальше, что ли, драться? Ну ёшкин кот тебя. Отлично. Говорю, погнали. Все. Теперь я знаю, что нужно делать с этой всей фигней. Типа уже хотя бы тупить буду меньше. Ага, вот и акула появилась. Опять таки же 70. О, World Max level, да. Ну вот на 75 левел, типа сам максимально. Окей, я понял. Да, я все-таки правильно делаю. Я правильно понял, что акулы появляются. Ну, добрый вечер. А чё это у вас так много? Так, колесиком открутить. Да пошел ты! И ты пошел ты. Пошел ты, говорю. Так, колесиком открутиться подальше. Сразу же, чтобы уже легче потом было в дальнейшем. Ой, циферки. Циферки очень сильные лаги вызывают, я вам так скажу. Собственно, как отображение свой-чужой. Ну, добрый вечер. Так, погоди, сначала я встану на точку. А, и с каждой точки, типа, дольше нужно сканировать, я понял. Ну, типа, ничего сложного. Только единственное, что урона надо наносить много. И я понял, что это слишком громко. Это прям очень громко. Вот это вот и все подводное, это очень громко. Да ладно, я потом не забыть звук брать. Точнее, прибавить обратно. Так, что там, отсканировало все? Красава. Погнали. У-ху! Яп. А, чё она тут на меня выпендривается? Сейчас, погоди. Оп. Ну, все равно будет выпендриваться. Оу. Добрый вечер, Мозя. Мозя, 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 Мозя. Бам. Сканируем местность. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, вы что? А что вас так много? Ну, мне пофигу. Вот реально показать по музыку. Он, во-первых, плывет плохо, ну, я имею в виду это кровотечение. Он плывет плохо, он теряет ХП, при этом делает большой кругаль. Все дела. А я спокойно в этом плане стою. Ага, ну здорово. Да, возможно, здесь текст-стрелялка мне и помогла бы. Но чё-то не хочу. Ой. Чё это у меня? Звук исчез. Я еще и элемент забыл. Я красава. А у меня еще и кислород кончается. Я вдвойне красава. Так, братва, мне нужно поверхность. Срочно! Бляха-муха. Ах, когда я научусь элемент сразу же с собой брать? Ну, в смысле, не забывать его брать. Я бы даже так сказал. Так, наверха. Мнение судьба. Так, всем разойдись. Я захлебываюсь.
Давай, 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 кокулка, давай, 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 братан, давай, давай. Фух. Можно выдохнуть. Точнее, вдохнуть и обратно на дно. Ну ты сейчас серьезно? Благо, здесь я сейчас могу, так сказать, здесь и сейчас я могу позволить себе тупить и тратить время на всплытие и уплытие. Да, дальше будет хуже. Ну, здорово. Да, вот эти, которые макс левел отображаются, по ним можно определиться, что начинается месиво. А месиво-то реально начинается, но вы посмотрите. Сколько летут на нас? Нас двое всего лишь. Хм. Но мы налегке с ними справляемся. Конечно, не без потери ХП. Ай, ну хорош, ну еще и лепиздричеством. Ну ты серьезно? Я самого-то током не убил. Вот водой-то. Я-то не... Ой, добрый вечер, циферки. Так. Куда плывем мы с пяточком? Так. Подожди, куда мы плывем? Мы туда плывем. На дно. А, подожди, тут, походу, у меня перевес, да? Перевес. Перевес. Нахапал мясо. Аж перевеса. Естественно, в урон. Я потому что не знаю, что там, как там мне нужно будет, поэтому в урон все. Ой, добрый вечер, как там красиво. Смотри, все фиолетовенькое такое. Опасно, идет на нас. Ой! Эш, кто там? Зубастый мегалодон. Подожди, мне даже интересно. Ну, мне больше понравилось то, что она закричала, типа, опасно, идет на нас. Мегалодон с золотыми полосками. Обалдеть. Обалдеть, прикольно. Прикольно, прикольно. Посмотри на это. Ай, добрый вечер. Блин, прикольно. Блин, это клево. Во всех бы миссиях Хеленка бы базарила, типа, по делу. Было бы прикольно. Не, честно, было бы прикольно. Собрано зубов. Ай, ну здорово. Так. Погоди, погоди, поплыл далеко. И еще один зубок. Еее! Так, подожди. Да подожди, да я на тебя не сел. Да что такое-то, а? Отлично. Все, поплыли. Поплыли на поверхность срочно. У-ху! Так, подожди, врубаем пассив. Я надеюсь, включил пассив, да? Ну здорово, водоворота. Ну пока, водоворота. Оставшееся время. Вот мне больше вот это интересно, прикольно. Типа... А теперь удирайте, как в этих старых добрых игрушках, типа... Вот вы, короче, уничтожили, да, все вот это дело. А теперь удирайте. Да ты серьезно? Вау! Ну здорово! Не, ну... Да, не, ну погоди, короче. Не, ну погоди, погоди, погоди. Время есть. Время есть. Сеструля, давай. Давай мочить уродов. Подожди, время есть. А экспа штука нужная. О, давай, давай, всех мочи. О, кальмар, кальмар. Тусите, отец, иди сюда. Здорово. А, подожди, все, братва, расходимся. У меня кислород. Так, 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 спасибо. Фу! Ёшкин кот. Не, ну слушай, не, ну тут, короче, без вариантов. Давай, мочить всех. Я не должен это пропускать. Ну ты смотри, просто их сколько. Ну просто, ну как это можно пропустить?
Они просто сами на тебя идут такие и говорят, ну иди сюда. Но я не мог пропустить это. Уу! Клёво. Клёво, клёво. Здесь миссия такая, что ты ещё и Диноса себе как бы прокачиваешь так не кисло подводного. О! Давай-ка смотреть, что-то у нас... Так, кстати, для начала сейф. Я не хочу еще раз проходить миссии по второму, третьему кругу. Так. Это жаль, конечно, что их разобрать нельзя. Мне бы сейчас металла было бы до устрачи тонна. Ну, вот здесь защитка, блочка. Ну, в общем, всякая фигня. Ну, хорошо ластен. Ласт как и без них хорошо плавается. Ничего интересного. Но на больших уровнях, я думаю, дадут что-то поинтереснее, но это не точно. Да. Самое интересное, конечно, это я получил экспу. Экспу я получил, понимаешь? А это уже неплохо. Так, 290, 296. Ну да, на 6 левелов больше у нас получается. Клёво, клёво. Ну что, погнали по другим миссиям. Ну, так, сначала за элементом надо сгонять, чтобы уже я не всплывал наверх, потому что, извините, время потрачено такое себе. А потом беточка, альфочка, вся как обычно, как я люблю. Но для начала проплывал мимо, увидел глюк, собери, чтобы потом было легче. Нифига не слышно. Как только люди начинали менять свой раб, они уже не могли остановиться до тех пор, пока ничего не оставалось. Поэтому ваш разум выживший остается без изменений со всеми его комплексами и вывертами. Мне не хотелось бы, чтобы было по-другому. Как-то так. Ну а теперь точно к миссиям. Фью. О, кстати, добрый вечер. Значит, мой дом там. Блин, врезался. Говорю, мой дом там. Так. Ё-моё, удили. Берем бетку. И смотрим, какие изменения по бете будут. Так, где ты? Время меньше. Ну и, соответственно, урона нужно будет наносить больше. Что логично. Ну и да, и сканирование происходит все меньше и меньше и меньше. Но в целом, опять-таки же, я знаю, что как где нужно, поэтому мне можно с ними не драться, не сражаться, можно просто драпать сразу же на место и пошли все в задницу. Но опять-таки же, урона для бета у меня достаточно. Ой, добрый вечер. Ну и детишки на радость. Да, кстати, я пересел на самку для того, чтобы ее подкачать, собственно. Ой, как шумно громко! Ужас! Во всей этой заварушке самое главное, что нету кнедарий, я вам так скажу. Вот, если бы они бы еще седла выбивали, это было бы вообще жопа-жопошная. А электрофорусы или фобусы, кто они там, вообще пофигу на них. Потому что, ну да, немножко замедлили, и что? И пофигу. Да, самая главная была проблема с электрофорусами или фобусами, как они там все время, ой, с кнедариями, господи, все. Поплыл чуть-чуть там головой. Беда надвигается и быстро. Ну, хорошо. Давай еще раз посмотрим на... зубастый мегалодон. Давай даже сделаем вот так вот. В целом, опять-таки же, как видите, на бетке, даже на бетке, это все изи-бризи.
Это понятное дело, это логично. Я вам даже скажу больше. Там орды, которые нападали на меня до этого, были мощнее. Вот, но... Но это условность. Это условность, ты как бы с этим уже ничего не сделаешь. Это понятное дело. Собираем зубчики. Тем временем у меня остается 7 минут по таймеру. Да, и типа 5 минут по дефолту дают. Все, понятно. Вот это мне было интересно. Дают дефолтное время или же от оставшегося времени что-то там дают туда-сюда. Не, дают дефолтное время, ну, как бы 5 минут это мне достаточно для того, чтобы еще и всех поубивать. На бете и на гамме, скажем так. На альфе пока еще не знаю, что, когда, где. Но я думаю, скоро мы это узнаем. Да, но для начала мне нужно кое с кем разобраться. О, смотри. Буйный мегалодон с золотыми полосами. Буйные. То есть, извините, вот тех, кого мне нужно было вальнуть, они были послабее, чем вот эти, которые на меня сейчас нападают здесь и сейчас. Вау! Вот это я понимаю месиво. Вот это просто ужас какой-то, я вам так скажу. Потому что если бы не мои настройки в плане ХП и так далее, прокачки, то извините, меня бы там в какаху сейчас бы точно бы превратили. Две какулки бы не справились с этим делом. Это я вам точно могу сказать. Офигеть. Ну вы просто посмотрите, сколько мне так урона внесли. Ужасно. Что поделаешь, но... У-ху! Классно. Что мы в итоге получаем? Уже что-то интереснее. Винтовки, седла, броньки. Угу. Что-то поинтереснее, но все еще не очень. Ну, седло на гигу хорошее. Допустим. Ну и так. Нифига по мелочи. И хавку, которую можно сожрать нафиг. Так, мне это точно надо. Давай, все съедай. Что мне еще с этим делать? Ну, хоть так будет. Ну, в общем, неплохо. Но идем на альфу. Так. Идем на альфу. Здесь до сих пор еще труп удильщика валяется. Тот самый, который в прошлый раз здесь был. Появился. И берем альфу. Такс. Кто из вас, на ком из вас я буду тусоваться? Бляха-муха. Добрый вечер, говорю, иди сюда. Отлично. У-ху! Ну погнали, давай посмотрим, что мы здесь будем по урону наносить. Я понимаю, что это будет урон говна, но проверить все-таки ходца. Ходца проверить. Да, урон прям говняшечный, я бы даже так сказал. То есть здесь мне уже не получится ту орду завалить, там конкретно альфе нужно будет задрапывать, потому что, извините, но столько урона вносить, это, ну, как бы, камон. Да уж. Ну, а что поделаешь, да, это нормально. Я был к этому готов, что я буду такой слабый урон наносить. Да. Ну, смотрите, середина миссии. Видели, сколько хп у акулок? Дофига как мало. Ну, то есть, как бы, вот в этом-то и вся разница между альфа и не альфа. Хилки, конечно же, спасают. Но, извините, это хилки. Да уж, короче... Оп, братан, хиляйся. Ну, короче, да. Миссии все-таки жесткие. Но, с другой стороны, это же весело. Наверное. Не всегда. Но весело. Но не всегда. Если что. С
сразу говорю, позвал старших братика и сестричку, потому что, ну, типа, камон. Я вам так скажу, мы сейчас просто стояли, вчетвером отбивались, да так, что мне не без перестановки приходилось хилять, короче. Мозазяку. Ой, мозазяку, господи. Мегалодона. Потому что, ну, просто урона вносили столько, что просто невообразимо. А что самое главное, время, видали сколько? 2 минуты осталось. Вот интересно, 2 минуты это общее время? Или все-таки мне потом 4 минуты точно так же сверху дадут? Надеюсь, что все-таки сверху дадут. Очень кровожадная миссия, я вам так скажу. Прям очень кровожадная. Ну, а что поделаешь? Вполне нормально, вполне логично. Тут самое главное на точках не тупить. Прибегаем, сразу же говорим, братва, нужно биться. И братва сразу же бьется. Оп, выхиляемся. А, ну, короче... Очень больно. Прям срочно-срочно бегу на эту точку. Потому что это должна быть, по идее, последняя точка. У меня остается... Я тебе говорю, что такая же фигня прям. Уу! Там еще может быть проблема в том, что мои братаны могут быть не отхилены. И это может быть проблема. Ладно, за мазозяк я не беспокоюсь. Я беспокоюсь за акулу. Так. И время. Время. Время заканчивается. Вот что самое главное. Ну, тут камон. Да, я немножечко подзатупил на некоторых местах. Это факт. Ай-яй-яй-яй-яй. Время вышло. Да. Я знаю, где я затупил. Я знаю, где моя ошибка. Ну, камон, вы видели, сколько у меня хп? Это что-то с чем-то. Миссия, конечно, еще та жопа. ХП-ху надо качать. ХП-ху надо качать. Так, мазозяка. Более или менее. Да. А мегалодон мужик чуть не помер. Ну, типа да. Типа да. Такая вот жопа. А новый сейчас пойдем. Так, третий раз. С той миссией у меня накладочка вышла, в том плане, что я очень долго пытался их помять. Ну, понятное дело, имбецилы по кругу плавают, так как они привязаны. И, в общем, я пытался поймать, отхилять. Тут меня потерял прям реально минуты две. Ну, и как обычно, пришел к боссу, точнее, надо было идти к боссу, а там оставалось полминуты, я даже решил к нему не идти, чтобы не получать люлей. Короче, что я решил попробовать? А что если я сейчас запускаю миссию, сажусь на быстрого мегалодона, у которого хп все-таки чуть-чуть да побольше, и да, я тут хилок себе наделал, боже упаси, 1000, ну, сделал 100, забыл, что они делаются по 10. Вот, короче, что хочу попробовать, подходим, сканируем, драпаем. Подходим, сканируем, драпаем. Попытаюсь не вступать... дерьмовая идея, да? Вы поняли, уже дерьмовую идею. У меня электрофорусы сразу же будут разбабахивать в говнище. Ну, нет, так нет. Хотел я, понимаешь ли, сделать... По-мирному все. Не хотите. Как хотите. Ну, ладно. Ну ладно, будем тогда, значит, делать это по старинке. Погнали. Еще очень-очень-очень сильно бесят это водовороты. Вы не представляете, насколько собаки сильно бесят. Конечно, вы представляете, насколько они бесят, когда вы в это говно играли, и, то есть ты плывешь, а там просто водоворот! У-у-у, и полетел. Вот, если же вы не играли, ну, как бы... Вам не понять, насколько это жопа боль, когда ты просто как дебил, вот так вот, короче, вот это вот, а все у тебя на экране. И ты ничегошеньки сделать с этим не можешь. Ну, фиг с ним. Погнали. Ну, что я могу сказать? Потеряв кучу времени и потеряв мегалодона самца, я понял, что все-таки
Двумя мозиками было бы намного легче. И реально намного легче. Я сейчас, конечно, потерял полминуты, но потерял немножечко по тупости. Но сила мощи и безумия все-таки срабатывают куда намного лучше. В этом плане. Вот. Потому что, ну, прямо они конкретно могут. Они конкретно могут наносить урон и танчить урон. Что самое главное. Давай, ублюдок, мать твою, тупая, ты овца, будешь его бить или нет? О, боже мой. Ну, искусственный интеллект в арке это отдельная история. Кроме как куском говна это не назовешь, конечно. Но, увы. Увы и ах. Вот сейчас просто это тупой имбецил стоит и тупит, вместо того, чтобы бить. Что поделаешь, что поделаешь? Время тикает, а я сделать ничего не могу. Потому что, извините, жопой мозазавр бить не умеет. Отлично. Попал? Вроде бы попал, но только толку... Зубы-то я не собрал. Зубы не собрал. Ну да. Да, зубы не собрал, как бы, но это уже хоть что-то. Если бы не уебанский и ебаного арка, ну, тогда бы все было бы нормально. Да. Ну, сами видели, просто стоит и тупит вместо... Кстати, если что, они у меня постоянно на атакуют вашу цель стоят. То есть они у меня постоянно стоят на атакуют вашу цель. То есть у меня всегда на F6 жму, то есть F5 жму, F6 жму, чтобы это... Этими имбецилами как-то управлять, но, как видите, не проканало. Опять-таки же, мозазавр вывозит в этом плане намного лучше урон, так как у него много хп. То есть, и можно что-то как-то где-то это дело, ну, контролировать, что ли. То есть, ну и перевес, как у мегалодона, не срабатывает. Вот такие вот дела. Ну, сейчас я уже думаю, точно пройду. Потому что, во-первых, затупка не будет с тем, что я вызвал мегалодона. Я там вызвал просто мегалодона вместо того, чтобы вызвать мозазавра, так как эти тупые имбецилы, ну, извините, как бы по-другому я этих даунов назвать не могу. Вот, эти тупые имбецилы просто начали кругалями, короче, везде плавать. Вместо того, чтобы встать, мне надо было эту тупую овцу, которая сейчас не била мегалодона. Надо было отхилять, но лучше бы я не отхиливал ее, эту тварь, и не тратил бы время. Сейчас бы успел бы пройти миссию, я так думаю. Вот, кто там мегалодон теперь у меня тусуется. Ну, это сейчас на базу ее закину. Фух. Ну что, погнали еще разочек. А вот если не тупить, сами видите, сколько у меня еще времени остается. Ну да, там, конечно, за мной что-то кто-то еще горцует, но это все фигня. Это все прям конкретная фигня. 4 минуты. Это, ну, сами понимаете, это дофига времени. Ну и самое главное не тупить, в том плане, что выстроиться вот так, чтобы они все нападали. Желательно на меня. Отлично. На меня. Ну а дальше, соответственно, свистаем, чтоб атаковали. Офигеть, сколько урона вносит. Прям очень сильно много урона вносит. Но хилки, 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 все дела. Вы поняли, короче. Хил он, конечно, тащит. Но что меня сейчас ждет, будет ждать там, я даже представить не могу. Так, стой, твою мать, тупой ты козел. Стой, говорю, бляха-муха. Бляха-муха, на джижму. Отлично. А, ну я так и думал, времени, короче, будет жопа. Так. Мне вообще на мужика надо садиться. Лично. У него с броней все хуже на ногу. Ну все. Врубаем. Режим пассив и газуем отсюда. Нафиг. Просто нафиг газуем отсюда. Че, туда? Туда. Отлично. На поверхность. Так, гамму вырубаем.
Давай. По газулям. До финиша сразу же. Ни на кого не обращаем внимания. Пошли все взад. По идее, пошли все взад. Да ладно, надо обязательно по точкам проходиться. Так, братан. Стой там. Сеструля. Ай, да пошел ты, короче, в задницу. Не отцепился. А, какого фига? Какого фига? Надо обязательно по этим точкам пройтись. Ну что за нафиг? Эй, думаю, что никто не спавнится. Да ладно, мне еще сейчас из-за этого дерьма придется по новой все проходить. Ну, это уже перебор. Да. Причем я, по ходу дела, просто там чуть-чуть не зацепил его и все как бы, но бог с ним. Пошли все вон. Самое главное на пассиве. Самое главное всех обруливать. Че это, случайно что ли так как зацеплял всегда? Понять не могу. Вау! Пошли все нафиг! Это какой-то ужас. Это какой-то был ужас. Честно, миссия наитупейшая в том плане, что сколько я потом по ним урона наношу. Это просто кошмар. Кошмар. Да, конечно, мегалодона я всрал, но что поделаешь. Надо будет мужика мегалодона еще притомить. Выкидываем все это говно. Неважно, что там у меня. А, что я в итоге получил за это дело? Седло на плезо. Парацером. Скорпион. Фиома. Парацером. Ну хорошо, тип кирка хороший. Тип, но это не означает, что хороший. Короче, нифига, если уж на это пошло. Макс Трейдес седло хорошее получил. Кайф, кайф. Потраченное время, оно того, конечно, стоило. Ужас. Ужас. А самое главное, мегалодон. Тоже вот этих всех ресурсов стоил. Ага. Ну, что поделаешь, что поделаешь, что поделаешь. Тут как бы уже точно ничего не поделаешь. Ну, типа, вот тебе сказали, миссию выполняй, и пофигу, что как где, ты и выполняешь. Ну да. Да. На мазазяках все-таки это все делается легче. Намного легче. Ой-ой-ой-ой-ой. Ужасно. Ужасно отвратительно, как бы не сказать, хуже. Это миссия, скажем так. Так, 9-й. Ставим вас на нейтралку. Лично. Не выкидываем все. Лишнее. Такие вот, народ, короче, дела. Миссия, ну, я бы не сказал, что сложная. Она тупая. Вот реально. И без хилок ты ее не пройдешь так легко. Почему? Потому что тебя просто зажимают со всех сторон. Под водой маневрировать очень тяжело. И тебя просто зажимают со всех сторон. И ты как бы с этим ничего сделать не можешь. Потому что ты типа не можешь выбраться оттуда. И тебя носят колоссальный урон. Ну, это, пожалуй, единственная была проблема. Но с хилками, понимаете, это все было намного легче. Все, короче. Устал я. Целый час возился с этим. У меня просто уже 12 часов ночи. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Мне, конечно, делиться моими видео с друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.